Многие люди сейчас в магазинах встречаются с тем, что на полках просто отсутствует сахар. Но на самом деле это не так. Сейчас мы находимся в логистическом центре, где привозят вот такие вот палеты. Прямо за мной разгружают первую машину, в которой находится 20 тонн сахара. Так что сладкая жизнь всем обеспечена. Вторая аналогичная машина пока ожидает своей очереди. Она также забита под завязку сахарным песком. В каждой палете более 200 упаковок со сладким белым золотом. Каждый день его отгружают на склад, а после будут развозить по магазинам в соответствии с оставленной заявкой. Схема ничего не поменялась. Магазины заказывают товар, мы комплектуем и отгружаем. Все в полном объеме, никаких авральных историй нету. Продукция вся есть, поэтому она приходит ежедневно. Мы ее ежедневно комплектуем и отправляем на наши торговые точки. Сейчас компания увеличила объем поставок в среднем на 30%. Эта мера коснулась всех товаров. В перечень входит сахар, масло, крупы и макаронные изделия. Сделано это в первую очередь для того, чтобы жители не сметали с полок продукцию, опасаясь за ее наличие. За ситуацией продолжает следить и в правительстве региона. Мы работаем ежедневно и с «Магнитом», и с X5, и будем мониторить и контролировать и всю информацию о поставщиках, о ценах. Мы будем передавать как ФАС, так и прокуратуру, чтобы они тоже на своем уровне в рамках своих полномочий продолжали контролировать. Продукты есть и будут. Никуда они не денутся. Жители региона просят также не поддаваться панике и не доверять недостоверной информации о дефиците продукта. Запасы есть на месяц вперед, особенно сахара. Виктор Михайлов, Олег Федоров. Новости. Новгородское областное телевидение.